Привет, народ. Дикая жара, суббота. Мы приехали вчера. Ох, как видите, я опять загораю. Несмотря на то, что спина у меня уже облезла чуток. Вот, сейчас пока поутру. Собирала ягоды. И сейчас покажу вам одну очень интересную ягодку. Вот, я уже собрала остатки клубники. Ну, скажем так, это не самая лучшая клубника, это просто клубника, которая у нас осталась за много лет. Это как бы уже мусорная клубника, ну, за исключением вот этих вот ягодок темных, это зингана. Вот. Ну и может быть вот, это ананасная. А остальное это все мелочь на выброс. И вот еще я собрала уже немножко иргу. Вот я хотела сказать, для тех, кто не пробовал, обязательно попробуйте, потому что у всех свое мнение насчет этой ягоды. Я, например, очень люблю ее, когда вот собрал и свежую съесть. Ее не надо посыпать сахаром, как бы она сладкая сама по себе. Вот мама у меня ее не любит. Она говорит, что это маленькая, сухая, ни о чемная ягода. На самом деле она очень даже о чемная. Ну, по крайней мере, для меня. Вот, я ее очень люблю. Если вы никогда не пробовали, обязательно попробуйте, чтобы у вас сложилось свое мнение об этой ягоде. Вот. А так как бы вот она такая маленькая, круглая. Ну, вот где-то меньше сантиметра в диаметре. Такая вот черная. Когда вот жарко, можно и бордовую собирать. Не до конца черную, то есть и бордовую, и темно. Красную, она уже готова. Вот. И сейчас пойду собирать землянику лесную, которая у нас на участке растет. Так что отдыхаю, собираю ягоды. До новых встреч, пока. Ну вот, я собрала землянику. Это, в принципе, вот снизу ирга, сверху земляника примерно одинаково по объему. Вот так вот. Это земляника лесная. У нас на участке растет. По всему участку. Обычно в лесу вот как бы вот такие вот ягодки встретишь лесные. Небольшие, миллиметров 5 в диаметре. У нас вот встречаются ягодки. Это уже садовая, может быть, она переродилась в садовую, не знаю, вот такие вот ягодки до 1,5 сантиметра в диаметре. Вот. А еще хотела вам показать, у нас распустились лилии, очень красивые. Первый раз, что-то я раньше такого не помню, чтобы они распускались. Вот, они маленькие, видите, какие, совсем сантиметров 50, наверное, даже меньше, сантиметров 30-40 от земли. И вот такой вот красивый цвет. Вот у нас обычно серединки темные, а краешки белые, а тут наоборот. Розовые краешки и белые серединки. Сейчас посмотрим. Вроде не пахнут. Странный такой запах, чуть-чуть сладковатый. В общем, такие вот. Ну, их должно было быть два, но вот с этой стороны, видите, какой-то он хиленький. Может, еще раз вот там тоже, может, еще распустится. А тут вот такой густой кустик. Ну, вот остальные пока что в бутонах. Там тоже лилии в бутонах, вот эти в бутонах. Вот там бутоны. Вот здесь тоже, вот видите, они не распускаются пока, вот здесь бутоны. Не знаю, короче, что будет, пока только эти распустились. Ну, пока только это хотела показать, может еще что-то будет интересное, так что пока. Привет, народ. Погода сегодня такая нейтральная, потому что облака, не знаю, видно, вон они.
и тучка закрыла солнышко. Но я чувствую, что будет жара, потому что вот там идет чистое голубое небо без облаков. И будет вообще опять как обычно. Хотела вам показать сегодня воскресенье утром. Вот такие у нас распустились лилии. Ярко-желтые с леопардовой серединкой. Ну, на видео, наверное, не будет видно, потому что, извините, камера хреновая у меня. Вот, но такие вот они, ярко-желтенькие. Вот. Я, пардон, немножко этот самый объектив покрутила. Вот. Но цвет все равно не такой. То есть цвет они на экране, я вижу, что они немножко бледные. Они на самом деле ядрено-желтого цвета такого. Даже чем-то на апельсин смахивает такого. Вот. Такие красивенькие. Вот такая прелесть. Вот. И вот эти розовенькие, которые... Вот розовые именно так и показывают, как оно есть. Белые с розовыми краешками. Может быть, немножко фиолетовый отдает. На самом деле он не отдает, а чисто вот розовый такой девчачий. Ну вот. Вот так вот. А сейчас пока погода пасмурная. Ну такая пасмурная как. Просто тучка набежала. И пока прохладно, несмотря на то, что все в купальниках ходят. Но чувствуется, сейчас будет жара. Сейчас будет жара. Еще чуть-чуть и будет жара. Тучка уйдет.